Оля, скажи, пожалуйста, что такое тантрический массаж и чем он отличается от эротического массажа? В тантрическом массаже присутствует обмен энергией. То есть женщина дарит свою энергию партнеру. Она переключает партнера на себя, переключает на свое состояние, тем самым делится этим. Она там же взаимодействует с энергией партнера и направляет эту энергию, распределяя сексуальную энергию по всему телу. В тантрическом массаже нет задачи, чтобы партнера довести до, что называется, финала. Здесь задача насытить и насладить партнера вот тем процессом, тем состоянием, в которое женщина окунает мужчину. Я слышала разговоры, девушка, которая делала вот этот эротический массаж в паре, говорит: если после этого ты на мне не женишься, а вот действительно, ты очень много вкладываешься в этом массаже, это такой огромный подарок мужчине. А что девушка может получить в ответ? Обычно на подарки чем-то отвечают. Здесь важно, опять же, с какими мыслями женщина это делает. Если она это делает с ожиданием получить чего-то взамен, как правило, ничего не получает. Здесь важно искреннее желание ее отдать партнеру. Хорошо. Это важно. И если она искренне отдает, вот в твоей практике были какие-то интересные примеры, да, что мужчина отдает? Были подарки, было предложение, по-моему, даже два. Девчонки приходили, делились, они прям вот с радостью, с горящими глазами. Представляете, вот я сделала мужчине массаж, он сказал, что все, женюсь. Было. А какие подарки? Подарки от бриллиантов до машин дарили. Но действительно девушка, она выкладывалась в этом массаже. То есть это действительно делала как шоу. Да просто, простите, размазывала масло, да, а действительно она с наслаждением это делала. А есть в этом массаже какая-то, может быть, одна точка особенная, уникальная, какой нет ни в каких других техниках? Вот, например, эротическом массаже «Секреты Клеопатры» есть точка замужества. Если ее активировать, мужчина быстрее влюбляется и делает предложение. А вот что, может быть, есть какая-то точка особенная в этом массаже? Здесь есть техника перенесения сексуальной энергии, так как она самая мощная, самая доступная в сердце мужчины. То есть на самом деле желание у мужчины больше зарождается в мозге, в первых двух чакрах. И задача женщины перевести, поднять эту энергию зародившуюся, это желание. На желание женщины уже на другом уровне, на духовном, на эмоциональном. Перейти с мужчиной на другой этап. Да, чтобы мужчина захотел этого. Поэтому... Отношения. Да, да. Серьезно? Да, да. Поэтому здесь важно в процессе массажа представлять и визуализировать, как будто энергия потоком из сексуального центра направляется мужчине в сердце.